Shalakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sanyavadi Paschacha Desha Tarine Vanchakaupa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading from the Nectar of Devotion, Chapter 2, the first stages of devotion. And we were hearing how Krishna consciousness does not depend on our social position. Итак, мы читаем Нектар преданности, вторую главу, которая называется «Начальные стадии преданности». И мы читали о том, что сознание Кришны не зависит от нашего социального положения. But at the same time, working according to our social position can also help us to progress in Krishna consciousness. Но в то же самое время, когда мы работаем в соответствии со своим социальным положением, это помогает нам прогрессировать в сознании Кришны. We have to learn how to utilize these different issues in the material world, how we can dovetail them in the service of Krishna. И мы учимся, как мы можем задействовать какие-то вещи, которые приносят нам материальный мир в служении Кришне. Just like being a grihastha can be a great advantage in Krishna consciousness. Например, быть грихаской — это может быть большим преимуществом в сознании Кришны. But family life can also be a big obstacle for a materialistic person that can become very attached to their family situation. Но также семейная жизнь может быть большим препятствием для тех людей, которые очень погружены в материальную ситуацию в семье. Prahlad Maharaj told his father that he was like an animal in the bottom of a well, and he compared family life to being in a blind well. И он, Прохлад Махараджа, объяснял своему отцу, что все живые существа подобны животным, которые находятся на дне колодца. But so he told his father, you better go to the forest. You should renounce the family life and go and live in the forest. И он сказал своему отцу, тебе лучше пойти в лес и отречься от семейной жизни. But Bhaktivinoda Thakur, he had a family, he had a big family, many children, but he said his home was like the spiritual world. Но у Бхактивинода Такура была очень большая семья, у него было много детей, и он говорил, что его дом похож на духовный мир. He said, when I worship my deities at home, he said, my home becomes just like Goloka. Он говорил, что когда я начинаю поклоняться божествам у себя дома, мой дом превращается в Голоку. So we can see there are advantages and there are disadvantages in these different situations. И в этих различных ситуациях есть свои преимущества и недостатки. We have to learn how to use them for our progress and devotional service. И мы должны научиться использовать их для нашего духовного прогресса. So you can go on, read.
Кундали Господь Шри Кришна говорит, что следуя предписаниям своей варны и ашрама, человек приносит удовлетворение Верховной Личности Бога, в результате чего в обществе воцаряется изобилие. В конечном счете, именно Верховная Личность Бога снабжает остальные живые существа всем необходимым. Если все члены общества исполняют предписанные им обязанности и находятся в сознании Кришны, нет сомнений, что в нем будет царить мир и счастье. А когда у людей будет все необходимое, земля превратится в Вайкунтху, духовное царство. Если люди будут следовать указаниям Шримад-Бхагаватам и исполнять свой долг в сознании Кришны, они смогут стать счастливыми уже здесь, не дожидаясь возвращения в царство Бога. So you can see Srila Prabhupada is describing that if people practice Krishna consciousness, they will be happy and they will achieve ultimately the supreme destination at the end of life. Прабхупада здесь пишет, что если люди будут следовать указаниям священных писаний, они будут счастливы и в конце концов достигнут цели своей жизни. Prabhupada saying that if we just simply work for the satisfaction of Krishna, then everything will be provided. There will be no scarcity. И Шрила Прабхупада пишет, что занимаясь такой простой какой-то деятельностью, ради удовлетворяя Кришну, тогда он все устроит должным образом. There's enough in the world for our need, but not enough for our greed. И не будет ни в чем недостатка. В мире будет всего достаточно для удовлетворения наших нужд, но никогда недостаточно для удовлетворения нашей жадности. Krishna is maintaining all of us. We have to work according to his plan. И Кришна подчеркивает всем нам, что мы должны все работать в соответствии с его планом. So this world can become the spiritual world. It can become just like Vaikuntha, no anxiety, if we work in the proper manner. И этот мир может стать духовным миром, если мы будем работать и делать все необходимое. But people have to be properly educated, they have to be properly guided, they have to see what is the proper standard. Но для этого люди должны быть должным образом образованы, и их они должны иметь должных правильных наставников. Go ahead. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам 27.49 есть аналогичное высказывание самого Шри Кришны, обращенное к Удаве. «Дорогой Удава, все люди заняты какой-либо деятельностью, или рекомендованной в священных писаниях, или обыкновенно мирской. И если они будут поклоняться мне в сознании Кришны, плодами любой из этих форм деятельности, то обретут счастье как в этом мире, так и в следующем. В этом нет сомнения». Из этих слов Кришны следует, что деятельность сознания Кришны приносит каждому исполнение его желаний. So this is a verse from the Uddhava Gita, which is the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Это стих из Уддхава Гиты, 11-й песни Шримад Бхагаватам. And Krishna is explaining the same thing, that if we simply engage in activities for the worship, if we just simply engage in Krishna conscious activities, then we will become naturally happy. И Кришна здесь объясняет, что если мы просто будем заняты какой-либо деятельностью в сознании Кришны, тогда мы естественным образом будем счастливыми. Everyone has to be active. There's no question of stopping activities. We cannot stop activities. The soul's nature is to be active. И здесь не встает вопрос о том, чтобы прекратить свою деятельность. Мы должны действовать. So the verse says that even if we do activities which are not in the scriptures, which are just ordinary worldly activities,
But if we do them in Krishna consciousness, then we can become happy. И здесь говорится о том, что если мы даже занимаемся какой-то обыкновенной мирской деятельностью, которая не описывается в священных писаниях, но если мы делаем это в сознании Кришны, то мы можем стать счастливыми. But the point is that we have to perform these activities as a worship of Krishna. We have to worship Krishna properly by our actions. Но смысл состоит в том, чтобы через эту деятельность поклоняться Кришне. So, acting in Krishna consciousness, we cannot stop activities, but we have to purify the consciousness. We have to learn how to act in Krishna consciousness. Таким образом, деятельность, мы не можем прекратить деятельность, и мы должны действовать в сознании Кришны. Мы должны очистить свое сознание и должны учиться тому, как действовать правильно. Acting in Krishna consciousness simply means understanding, remembering I'm a servant of Krishna. Krishna is the master, I'm his servant. And we dedicate our actions for the pleasure of Krishna. И деятельность сознания Кришны обозначает, что я слуга Кришны, а Кришна мой господин. И мы предлагаем всю свою деятельность Господу Кришне. Somebody may be working in the job, working for some company, or maybe working for the government, but our consciousness should be that I'm doing this, I'm performing this action for the pleasure of Krishna. Кто-то может работать в какой-то компании, кто-то может работать на правительство, но в нашем сознании мы должны понимать, что все, что я делаю, это принадлежит Кришне. Я предлагаю это ему. According to my karma, I'm put into this situation, and I accept this, and I dedicate this work, these activities for Krishna's pleasure. И в соответствии со своей кармой я помещен в какие-то ситуации и выполняю какую-то определенную деятельность, и я посвящаю всю эту деятельность Кришне ради его удовольствия. And so Krishna was explaining like this to Arjuna also. He wanted Arjuna to fight, take part in the battle in the same way. И то же самое Господь Кришна объяснял Арджуне. Он хотел, чтобы Арджуна принял участие в битве, чтобы он сразился. Act is a matter of duty for the pleasure of Krishna. Действовать в соответствии со своим долгом ради удовольствия и удовлетворения Кришны. Okay, read more. Таким образом, человеку даже не обязательно причислять себя к браманам, кшатриям, вайшьям или шудрам, брамачари, грихастхам, ванапрасхам или саньяси. В этом неоспоримое преимущество движения сознания Кришны. Каждый может продолжать заниматься тем, чем занят сейчас. Достаточно просто посвящать Господу Кришне плоды своей деятельности в сознании Кришны. Это исправит положение в мире, и все будут счастливы и умиротворены. В Нарада Панчаратре регулирующие принципы преданного служения описаны так. Любую одобренную богооткровенными писаниями деятельность, цель которой – удовлетворение Верховной Личности Бога, святые учителя причисляют к регулирующим принципам преданного служения. Тот, кто постоянно занимается таким служением Верховной Личности Бога под руководством истинного духовного учителя, постепенно достигает уровня служения Богу в чистой любви. So, sometimes devotees ask Prabhupada about should we designate different devotees as Brahman and Kshatriya, Vaishya and like that. Prabhupada said, no, not required. He said, we're all devotees. Иногда преданные спрашивали Шрилу Прабхупаду, должны ли мы как-то обозначить тех или иных преданных, как брахманов, кшатриев, вайшев или шудр. Шрила Прабхупада говорил, нет, в этом нет необходимости, мы все преданные. And then, when Prabhupada gave one devotee sannyas, this person who was sannyas, he was telling the other people, other devotees, that, you know, you should respect me, I'm a sannyasi. I'm senior to all of you. But Prabhupada told the devotees, he said, no, that's not right. They said, you're all equal, you're all dedicated to the service of Krishna. You've all
surrender everything for the pleasure of Krishna. И однажды Шрила Прабхупада дал посвящение в саньясу одному преданному. Когда он стал саньяси, он стал говорить всем: вы должны выражать мне почтение, я саньяси. И когда преданные сказали Шриле Прабхупаде об этом, он сказал: нет, это неверно. Вы все равны. Вы все посвящаете свою деятельность Кришне. And in relation to Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Prabhupada said, we don't need to designate people like this. We're all devotees. We will all serve Krishna. Whatever is required for the service of Krishna, we will do. И что касается положения брахманов, кшатрий, вайшев или шудр, Шрила Прабхупада говорил, что мы не делим людей на эти все, не делим людей таким образом, потому что все мы служим Кришне, all we serve to Krishna, and we will do whatever is required for the service of Krishna. И мы всегда будем делать то, что требуется, что необходимо в служении Кришне. Yeah, in the Varnashram system, someone may say, I'm a Brahmana, I don't clean. I don't clean? I do not clean the toilets. I'm a Brahmana. В системе Варнашрама, например, кто-то может сказать, я Брахмана, я не буду чистить туалеты. Or I don't sweep the floor, I'm a Brahmana. Я не буду начищать полы, я Брахман. But in Krishna consciousness, we will do whatever is required for the service of Krishna. Но в сознании Кришны мы делаем все то, что требуется в сознании Кришны, все то, что необходимо. We don't consider one work, we will never say, well, I cannot do this, no, this is not my service. We will do whatever is needed for Krishna's service. Мы никогда не скажем, о, я этого не буду делать, потому что это не моя обязанность. Мы делаем все, что необходимо в служении Кришне. So in this way, there's no need to designate ourselves. We don't, you know, like in the past, people designated themselves Brahman, Kshatriya, Vaishya, but we don't do that because we're all devotees. И таким образом нет необходимости в таких обозначениях Брахман, Вайшья, Кшатри или Шудра. Раньше все это было, но сейчас это нет нужды, всем преданы. In Srila Prabhupada's time, all the devotees were living in the temple. It was, you know, the grihasthas and the brahmacharis and the sannyasis, everybody lived together. Во времена Шрилы Прабхупады все преданные жили в храме, и грихаски, и брахмачари, и саньяси, все жили вместе. So Prabhupada said all the devotees are equal, they've all surrendered to Krishna. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, что все преданные равны, что все они предаются Кришне. And in the purport, in the 16th chapter of Bhagavad Gita, Prabhupada writes about people who work in the office or factory. В комментариях к 16 главе Бхагавад-гиты в стихе Шрила Прабхупада пишет о людях, которые работают в офисе или на заводе. As Prabhupada said, we have many devotees in the Krishna consciousness movement who may be grihasthas, they're working in the job, in the factory or in the office. He said they are actually in the renounced order of life. И Шрила Прабхупада говорил, в нашем движении есть очень много грехас, которые работают где-то на заводах или в офисах, и на самом деле они ведут отреченный образ жизни. So they dedicate the results of their work for the pleasure of Krishna. Они посвятили плоды своей работы Кришне ради его удовлетворения. So we don't make distinction between these different ashrams and varnas. И таким образом мы не проводим больших различий между этими различными варнами и ашрамами. Everyone is simply doing service for Krishna. Каждый просто занят служением Кришне. So
everyone can worship Krishna and offer the results of his work for Krishna's pleasure. И каждый может поклоняться Кришне и предлагать плоды своего труда ради удовольствия Господа. Then everyone will be happy in Krishna consciousness. И тогда каждый будет счастлив в сознании Кришны. So Krishna consciousness is natural in every living entity. И таким образом сознание Кришны естественно для каждого живого существа. We have to, however, Prabhupada talks about the regulative principles of devotional service. И Шрила Прабхупада говорит о регулирующих принципах преданного служения. So he said, these activities must be sanctioned by the scriptures. Вся эта деятельность должна быть санкционирована Священными Писаниями. And for the pleasure of Krishna, we want to satisfy Krishna. И мы должны действовать ради удовлетворения Кришны. Мы хотим удовлетворить Его. And then Srila Prabhupada says, we should do service under the direction of the spiritual master. И дальше Шрила Прабхупада говорит, что мы должны совершать служение под руководством духовного учителя. So we see the importance of following the Shastra and being directed by the spiritual master. И таким образом мы видим важность следования Шастрам и руководству духовного учителя. So we sometimes say there are three authorities: Sadhu, Shastra and Guru. Говорится, что есть три авторитета – садху, шастра и гуру. So Lord Krishna himself explains like this in the Bhagavad Gita. И Господь Кришна сам объясняет это в Бхагавад Гите. In the chapter 13, Lord Krishna talks about how this is described in the Vedanta Sutra. И в 13 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна говорит, что все это описано в Веданта-сутре. And he says this is also explained by great sages and saintly persons. Он также говорит, что все это также описано великими мудрецами и святыми. So Lord Krishna also uses shastra and sadhus to establish a particular philosophy. И таким образом Господь Кришна также приводит подтверждение шастр и садху, чтобы установить определенную философию. So nothing is done whimsically. We carefully we follow everything. Everything is done under the guidance of the sadhu, shastra and guru. Ничего не делается своей какой-то прихоти. Все делается под руководством шастр, садху и гуру. And when we follow the process properly, then we get the result. And the result is you get love of God. И когда мы следуем процессу должным образом, мы получаем результат. А результат состоит в любви Господу. And Lord Chaitanya taught, Prem Punarto Mahan, the goal of life is to develop love for Krishna. Господь Чайтанья говорил, что целью жизни является развить любовь к Кришне. One man used to come to our temple when I was staying in the temple in Calcutta, in India. One man used to come and he used to tell me how he said, you know, I can cry for my business. When my business is not doing well, I will cry. И однажды к нам в храм, в Калькутту, пришел один человек, он сказал, когда у меня не ладятся там какие-то дела с моим бизнесом, я даже могу расплакаться. He said, sometimes I cry for my children, when my children sometimes have some problem, maybe health problem, or some problem with their friends, then I may also cry. Он также говорил, что я могу заплакать, когда есть какие-то проблемы у моих детей, когда они болеют, или у них какие-то проблемы с друзьями. Я тоже могу плакать. And when I have some difficulties with my wife, I may also cry.
Я также могу плакать, когда у меня есть какие-то сложности с женой. He said, I can cry for all of these things, but I cannot cry for Krishna. И он сказал, я могу плакать по всем этим вещам, но я не могу плакать по Кришне. We have to learn to cry for Krishna. Мы должны научиться плакать по Кришне. That we want to develop our love for Krishna, and we have to want that very badly. И мы хотим развить свою любовь к Кришне, и мы должны хотеть этого очень сильно. But because we're thinking, I want love in the material world, we're thinking, I want to enjoy love in the material world with my material body, then we'll never get love of Krishna. Но если мы думаем, что мы хотим получить любовь в этом материальном мире, любить это материальное тело, то мы никогда не получим любви Кришны. So we have to transcend the material body if we want to come to the spiritual platform. И мы должны трансформировать это материальное тело и выйти на духовный уровень. Okay, we're going to go on to third chapter. Итак, мы переходим к третьей главе. Go ahead, you can read the title. Глава третья. Название. Кто может заниматься преданным служением? Read. Общение с махатмами, великими душами, целиком поглощенными преданным служением Господу, помогает человеку до некоторой степени ощутить привлекательность Шри Кришны. При этом он может оставаться очень привязанным к кармической деятельности и материальному чувственному наслаждению и не быть готовым к разным формам отречения. Однако, если такой человек имеет укоренившуюся привязанность к Кришне, это делает его подходящим кандидатом на то, чтобы заниматься преданным служением. So, Prabhupada is explaining, we may get some mercy from devotees, very pure-hearted devotees, and by that mercy we get some attraction for Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что у нас может быть милость преданных, у кого очень чистые сердца, и тогда мы благодаря этому получим привязанность к Кришне. We may never have engaged in Krishna conscious activities before. Возможно, мы никогда не были вовлечены в деятельность сознания Кришны до этого. But somehow we get attracted by some great soul who comes and they inspire us and we become also attracted to Krishna. Но возможно, мы привлеклись какой-то великой душой, которая пришла. И таким образом эта душа воодушевляет нас, и мы также привлекаемся и Кришной. So we're attracted by the devotee, but at the same time we still have a lot of attachment to material life. И мы можем быть привлечься каким-то преданным, но все же у нас все еще много привязанностей к материальной жизни. Yeah, we still think about sense gratification, we want to enjoy the body. Мы все еще привязаны к чувственным удовольствиям, мы все еще привязаны к удовлетворению нужд тела. We're not willing to accept any kind of renunciation. И мы не хотим принимать какого бы то ни было рода отречения. You know, we ask people, okay, you have to practice strict celibacy, you cannot see the other sex. И мы говорим людям, ты должен практиковать отреченность, принять целибат, избегать незаконного секса. We have to do great renunciation, wake up early, very early every morning, no sleeping in the daytime. Ты должен принять отречение, должны вставать очень-очень рано утром, не спать днем. No eating in the evenings, nothing, no food after 4 o'clock in the afternoon. Then it might be very difficult for us. Никакой еды на ночь, мы ничего не кладем в рот после 4 вечера, и все это может быть очень сложно для нас. But still, somehow, if we have some attraction to Krishna, we become qualified. We're able to
start devotional service. Ну а так или иначе у нас есть какая-то привязанность к Кришне, и мы, у нас есть способность начать делать что-то для Кришны, служить Кришне. So it's a very, very special condition, very special. We should consider ourselves very, very lucky. И это очень особое условие. Мы должны чувствовать себя очень-очень удачливыми. Go ahead. Привязанность к сознанию Кришны, которую закладывает в человеке общение с чистыми преданными, признак великой удачи. Господь Чайтанья также подтверждает, что семя преданного служения по милости истинного духовного учителя и Кришны достается только самым удачливым людям. В этой связи можно привести слова Господа Кришны из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, 28. Дорогой Удава, привязаться ко мне может только тот, на чью долю выпала редкая удача. И даже если он не до конца избавился от привязанности к кармической деятельности и не очень сильно привязан к преданному служению, его служение быстро принесет плоды. So this again also from Uddhava Gita, Lord Krishna is explaining the good fortune of somebody becoming a devotee. И снова здесь приводится цитата из Уддхава Гиты, где Господь Кришна объясняет великую удачу того, кто стал преданным. The same verse, the similar verse is there in the Chaitanya Charitamrita, where Lord Chaitanya describes Brahmanda Brahmite Konya Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach. That the living entity is moving in many different universes, different places, and different species of life. And when he becomes very fortunate, then he meets the spiritual teacher. Описывается в Чайтанья Чаритамрите. Господь Чайтанья говорит, что живое существо, оно путешествует по различным вселенным, вселяется в различные формы жизни, но оно становится очень удачливым, когда получает когда обретает духовного учителя. And when he contacts a spiritual teacher, that spiritual teacher will put the seed of devotion into his heart. И когда он общается с духовным учителем, тот вкладывает в его сердце семя преданности. This seed of devotion is called the Bhakti Lata Bij. Семя преданности называется Bhakti Lata Bija. There are many different kinds of seeds, and they also grow. But this Bhakti Lata Bij, by which we can cultivate our devotion for Krishna. Есть много различных семян, но эту бхакти-лата биджу мы должны взращивать ради того, чтобы развить нашу любовь к Кришне. So Krishna is telling Uddhava, it's very, very special. Somebody who becomes attracted to Krishna is very, very fortunate. И Кришна говорит Уддхаве, если кто-то привлекается к Кришне, что он очень-очень удачлив. And then Krishna goes on to say, he's not completely detached from material life. He still has some interest in the material world. И Кришна продолжает, человек не полностью отречен от материальной жизни, он все-таки продолжает заниматься какими-то вещами. But his interest in the material world is not so strong. He's doubtful about material life. He sees problems in the material world. Но его привязанность к материальному миру не слишком сильна. Он испытывает очень много сомнений в отношении материальной деятельности. And at the same time, he's not fully convinced about devotional service. И иногда он не сильно ему не сильно комфортно находиться в преданном служении. He has some interest in devotional service, but he's not
thinking about dedicating his life to devotional service. Да, ему интересно в сознании Кришны, но он не думает о том, чтобы посвятить этому всю свою жизнь. So this is okay. It can be like that in the beginning. Но это нормально. Это может быть так в начале. This is a good condition to begin devotional service. Это хорошее условие, чтобы начать преданное служение. In India, Prabhupada was, he said, if somebody in the beginning comes with a lot of devotion, then we're very doubtful that he's genuine. We think maybe he's a thief. Why is he so devoted? Шрила Прабхупада говорил, что в Индии, когда излучает из себя очень большую, великую преданность, то мы очень сильно сомневаемся насчет него и думаем, может быть, он вор. Too much devotion is a sign of a thief. That's what they say. И они говорят, что слишком большая преданность – это признак вора. So, yeah. The idea is better to come gradually than to come too quickly. И гораздо лучше идти постепенно, чем прийти очень быстро. So, devotional service, step by step. Don't try to go too quick. You go too fast, move too fast, you may turn over. И по пути преданного служения нужно идти шаг за шагом, не идите слишком быстро, потому что если вы будете двигаться слишком быстро, вы можете перевернуться. So, if somebody is having difficulty in the beginning, that's good, that's a good sign. И если вначале есть какие-то сложности, то это хороший знак. Go ahead. Преданных можно разделить на три класса. Преданному первого высшего класса присущи следующие черты. Он в совершенстве знает все основные писания и может умело приводить доводы, основанные на них. Он способен блестяще представить выводы писаний, сообразуясь с обстоятельствами, и убедительно обосновать методы преданного служения в конкретной ситуации. Он глубоко убежден, что конечной целью жизни является достижение трансцендентного любовного служения Кришне и знает, что Кришна – единственный объект поклонения и любви. Преданным первого класса относятся те, кто прошел обучение у истинного духовного учителя, неукоснительно следуя всем правилам и предписаниям, и искренне повиновался ему в соответствии с указаниями богооткровенных писаний. Такой человек обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы проповедовать и самому быть духовным учителем, и его считают преданным высшего класса. Преданный такого ранга никогда не нарушает принципы, установленные высшими авторитетами, и непоколебимо верит в Писание, глубоко постигнув их смысл с помощью логики и доказательств. Говоря о логике и доказательствах, мы имеем в виду логику и доказательства, основанные на богооткровенных писаниях. Преданный высшего класса равнодушен к умозрительным философским рассуждениям, на которые смотрит как на бессмысленную трату времени. Иначе говоря, преданным высшего класса можно считать того, кто непоколебимо убежден в истинном пути преданного служения. So, we covered this, of course, when we were studying the nectar of instruction, we also spoke about the different levels of devotees. И когда мы изучали нектар наставлений, мы говорили о различных уровнях преданных. So here, in the nectar of devotion, it's being explained in more detail. Здесь в нектаре преданности это объясняется более детально. So Srila Prabhupada begins by describing, first of all, the topmost devotee, how he has complete faith and knowledge. He's very fixed in devotional service. И Шрила Прабхупада начинает здесь описание с преданного высшего класса, который полон веры и знаний, полон преданности. Prabhupada here is talking particularly about his knowledge of the scriptures, that he has complete knowledge, he studied all the scriptures, and he can understand them, and he can use them to
to present arguments. И здесь Шрила Прабхупада особо говорит о том, что такой преданный изучает священные писания должным образом, он имеет совершенное понимание священных писаний, а также он применяет все эти знания в своей жизни. And people may come and challenge him, but he can defeat them and he can convince them of that position of devotional service. И люди могут прийти и бросить ему вызов, но он может легко победить их в этом и указать, и показать convince them about the superior position of devotional service. И он может им показать высшую позицию преданного служения. So he's fully convinced about the goal of life as service to Krishna. И он полностью сосредоточен на служении, на цели жизни и служении Кришне. And he's been trained under a bona fide spiritual master. He's learned everything from him. И такой человек все учит от, все перенимает у духовного учителя, у истинного духовного учителя. And the spiritual teacher trained him according to the scriptures, guiding him to study the scriptures and to apply the scriptures. И духовный учитель дает ему наставление в соответствии со священными писаниями, он ведет его в соответствии с ними и воодушевляет его применять эти священные писания. So the spiritual master trained him so that in the future he could also become a spiritual master. И таким образом духовный учитель учит его так, что этот человек сможет в будущем сам стать духовным учителем. So on the topmost level, the devotee doesn't wait. He's very conscious about using every moment of time for Krishna's service. И преданные высшего класса, они очень сосредоточены на том, чтобы каждый момент своей жизни использовать в служении Кришне. This is one of the qualifications of somebody who is on the topmost level of devotion, that they don't waste time. И это одна из квалификаций тех преданных, которые находятся на высшем уровне, они не тратят свое время впустую. We could waste a lot of time arguing with people and trying to speculate about things rather than trying to understand the scriptures. И мы склонны тратить свое время на споры с людьми и пытаться и попытки спекулировать вместо того, чтобы rather than to understand the scriptures rather than Вместо того, чтобы пытаться понять Священное Писание. So this is the topmost devotee, what we would call the Uttama devotee. И это преданный высшего класса, который мы называем преданный Уттама. Right, he has knowledge of the scriptures and he has full faith, very convinced of everything. У него есть знание Писаний, у него есть полная вера, и он во всем убежден. And he can convince others also about devotional service. И он может также других убедить в истинности преданного служения. Go ahead. Преданного второго класса отличают следующие признаки. Он не всегда может убедительно отстоять свою позицию, подтвердив ее свидетельствами из богооткровенных писаний, но непоколебимо верит в свою цель. Иначе говоря, преданный второго класса твердо верит в метод преданного служения Кришне, однако иногда в споре с оппонентами может потерпеть поражение, не сумев привести необходимые аргументы и подкрепить свою позицию выводами богооткровенных писаний. Но даже это не способно поколебать его внутренней уверенности в правильности своего выбора Кришны как высшего объекта поклонения. So the second devotee, the intermediate devotee, is described that he has also firm faith. He is completely convinced about Krishna
as the Supreme Lord. И преданные второго класса среднего уровня, они также имеют полную веру, и они они убеждены в том, что Кришна Верховный Господь. But he's not got a lot of, he's not fully studied the scriptures, he's not very expert in presenting the arguments to defeat others. И, но такие преданные, они не совсем, не полностью знают священные писания, и они часто терпят поражение в спорах с другими. People may, привести аргументы. People may come and argue with him, and he cannot convince them. Например, люди могут приходить и вступать с ними в спор, но они не могут убедить их. But he himself is convinced. He's not. He doesn't have any doubt. Сам, он убежден. Okay, and then the third class devotee. Would you repeat once again, please? So he has no doubts about anything. Although he's not able to convince others, he has no doubts. И хотя он не может убедить других в чем-то, сам он сомнений не имеет. Go ahead. Неофит, то есть преданный третьего класса, это тот, кто еще недостаточно тверд в своей вере и в то же время не признает выводов богооткровенных писаний. Вера неофита может быть поколеблена чьими-то сильными аргументами или возражениями. В отличие от преданного второго класса, который также не способен приводить доводы и доказательства из богооткровенных писаний, но тем не менее твердо верит в свою цель, неофит лишен такой веры, поэтому его называют преданным неофитом. So the third class devotee, that he has very weak faith and he has practically no knowledge of the scriptures. И у преданных третьего класса очень слабая вера и практически нет никаких знаний священных писаний. So people may come to him and they may change his mind. И таким образом люди могут прийти к нему и изменить его ум. Just like somebody may come and say, oh, you have to eat meat. If you don't eat meat, you won't be healthy, you'll be sick. Например, кто может прийти и сказать, ты должен есть мясо, если ты не будешь этого делать, ты не будешь здоров, ты будешь слаб. And so the neophyte devotee, he hadn't been a vegetarian very long, and he's not very happy with the prasadam, maybe he doesn't like the prasadam very much. And so the person comes and said, oh, you have to eat meat. He thinks, yeah, I think I should eat meat. И, допустим, если такой преданный неофит очень недолгое время был вегетарианцем и не слишком привлекся просадом, он ему не очень нравится, то если такой человек придет и скажет ему, что он должен есть мясо, он подумает, ну да, действительно, я должен есть мясо. So, like that, we see sometimes new devotees come, and they still have some doubts, they're not very convinced about Krishna consciousness. И мы иногда видим, что приходят какие-то новые преданные, но у них все еще есть сомнения, они не очень убеждены в сознании Кришны. So if they meet the wrong people, if they meet people who are still who are not devotees, these people who are not devotees may change the mind of a devotee to become a non-devotee. И если такие люди встречают людей непреданных, то они могут изменить его точку зрения, чтобы тот стал непреданным. They may say, why are you chanting Hare Krishna? No, no, this is a waste of time. You come with us. Они могут сказать, ну зачем ты повторяешь Hare Krishna? Это просто пустая трата времени. Пойдем с нами. You come with us, we will take care of you, we'll get you a job, we'll make you happy. Пойдем с нами, мы позаботимся о тебе, мы дадим тебе работу, мы сделаем тебя счастливым. So third class devotee, he doesn't know what he should do. He's very weak faith, no knowledge, so his mind can easily be influenced. И таким образом преданный неофит
У него очень мало знаний, его вера очень слаба, и его мнение очень быстро может поменяться. So the person who is in that neophyte condition, he needs to be given good association, he needs to be trained more, he needs to be helped. They need to cultivate his faith so that he can develop stronger faith. И такой преданный неофит, он должен иметь хорошее общение, чтобы в кругу, в должном кругу он мог развить сильную веру. And he has to learn the philosophy. He has to learn how to deal with the different arguments people present. И он должен изучать философию, чтобы понимать, как иметь дело в различных, как быть в различных спорах. And so we try to train people. We have to give people some good training, education, help them to develop their faith and their knowledge of this philosophy. И таким образом мы должны учить людей, тренировать их таким образом, чтобы они смогли развить свою веру и знания в этой философии. And then after a short time, they can become an intermediate devotee. They don't have to be a neophyte devotee very long. И через какое-то время, через короткое время, они должны стать преданными среднего класса. Они не должны быть преданными неофитами очень долго. Okay, so we will stop. Ask if there is any question. Здесь мы остановимся. Есть ли какие-то вопросы? Yes, there is a question from chat. Hare Krishna, Guru Maharaj, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Одним из признаков духовного прогресса считается такой уровень, когда преданные могут решить свои материальные проблемы с помощью духовных знаний, духовной практики. Но бывает, что у преданного на протяжении всей жизни присутствуют одни и те же трудности, от которых он никак не может избавиться. Означает ли это, что он так и не достиг какого-то ощутимого прогресса? Или же подобная проблема обусловлена его кармой и потому неразрешима, независимо от того, находится он в сознании Кришны или нет? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. One of the signs of spiritual progress is considered to be the level where devotees can solve their material problems, with the help of spiritual knowledge and spiritual practice. But sometimes the devotee has the same difficulties throughout his life that he cannot get rid of, and he cannot get rid of the difficulties. Does this mean that he didn't make any progress, or is such problems due to his karma and therefore unsolvable, regardless of whether he is in Krishna consciousness or not? Well, karma is not eternal. Karma can be changed. Karma не является чем-то вечным, она может меняться. By performance of devotional service, then karma, even karma which is already manifest in the body, like some physical defects in the body, they can be removed by powerful devotional service. И говорится, что та карма, которая уже проявилась на грубом уровне, например, уже на нашем физическом теле, она может быть изменена. It may be changed by devotional service. Yes. Она может быть изменена через преданное служение. But it may be that Krishna wants us, Krishna thinks it's actually good for us to have these problems,
because it makes us more dedicated to Krishna consciousness. И иногда Кришна допускает, что все эти проблемы были в нашей жизни, поскольку это позволит нам больше быть вовлеченными в сознание Кришны. Just like there was a pastime in Lord Chaitanya's Lila, there was one man, a Brahmana, who had leprosy, and there were worms eating the flesh in his body. Как в Чайтанья Чаритамрите описывается Лила, когда у одного человека была Адридхарна Прабху, подскажите, пожалуйста, лепроси, это как на русский перевести? Кажется, проказа, проказа, точно. Проказы и червяки, и черви поедали его тело. So if one of the worms which were eating the flesh, if it would fall out, he would pick it up and put it back in his body. He was so detached from the bodily condition. И когда он шел, эти червячки падали с его тела, он поднимал их и усаживал обратно. То есть он был настолько отречен от материалистичной концепции. So it happened that Lord Chaitanya embraced this man. И случилось так, что Господь Чайтанья обнял этого человека. And when he was embraced by Lord Chaitanya, then his body became transformed, and the disease, the leprosy, left his body. И как только Господь Чайтанья сделал этого, тело этого человека трансформировалось, и эта болезнь, эта проказа ушла. So the man was worried. He said to Lord Chaitanya, he said, now I have a physically healthy body. He said, I may become interested in sense gratification. И этот человек забеспокоился. Он сказал Господу Чайтанье, но теперь у меня здоровое, хорошее тело, и я могу увлечься чувственными наслаждениями. So long as my body was diseased, I had no hope of sense gratification. И пока мое тело было больное, у меня не было даже надежды на получение чувственных удовольствий. But now you've taken away my disease and you've given me this healthy body, I may think about enjoying material life. Но теперь, когда ты забрал мою болезнь и дал мне хорошее, здоровое тело, я могу задуматься о чувственных наслаждениях, о какой-то хорошей жизни. So Lord Chaitanya told the man, he said, yes, so you must always chant the holy name of Krishna and you must preach Krishna consciousness wherever you go. And that way then you will never be interested in material life. И Господь Чайтанья ответил, да, но ты должен повторять святое имя и проповедовать сознание Кришны, куда бы ты ни пошел, тогда у тебя не будет интереса к материальной жизни. So you may have some problems with your material body, some difficulties in material life. It may be your karma, it may be Krishna's plan for you. Да, у человека могут быть какие-то сложности, трудности в жизни. Это может быть его кара, твоя карма человека, а может быть и план Кришны на него. But it is described in Srimad Bhagavatam that a devotee will accept whatever condition he is in. He will accept whatever condition, and he will consider this to be all reactions due to his past karma. И говорится, что преданный он принимает все эти условия, в которых он находится, и он понимая, что все это реакции на его деятельность в прошлом. But he will continue to engage in devotional service. He will keep up his practice of devotion. Но вы должны быть вовлечены в эту практику служения Кришне. Вы должны продолжать преданное служение. So in this way he becomes qualified to go back to Godhead. И таким образом вы станете квалифицированными, чтобы вернуться к Богу. So
we just accept whatever situation we're in is Krishna's plan, and we go on with our devotional service. Мы просто принимаем все ситуации, которые к нам приходят, как план Кришны, и просто продолжаем свое преданное служение. It may be our karma, it may be Krishna's plan for us to keep us away from sense gratification. Это может быть наша карма, а может быть и план Кришны для того, чтобы держать нас вдалеке от чувственных наслаждений. But that's not important. The important thing is that we continue to do devotional service. И это не важно. Важно то, что мы продолжаем свое преданное служение. And whatever difficulties are there, we have to tolerate them. Devotee has to be tolerant. И какие бы трудности ни приходили, мы должны терпеливо переносить их. Преданный, он должен быть терпелив. We cannot expect there will be no difficulties. There will be some difficulties. То есть мы не предполагаем, что не будет никаких сложностей. Сложности будут. But we shouldn't give up devotional service. Но при этом мы не должны бросать преданное служение. And Bhaktivinoda Thakur, he considered the difficulties in devotion and in his life, all the difficulties which come in his life, he considered them to be the greatest asset to his devotion. They helped his devotion. И Бхактивинода Такур считал, что все сложности, которые приходят в его жизнь, они являются великими помощниками на пути его преданности. Because the more there are difficulties, the more we think of Krishna. Поскольку чем больше сложностей, тем больше мы думаем о Кришне. And that is what we want. We want to be able to remember Krishna in every situation. И это именно то, чего мы хотим. Мы хотим видеть, быть способными видеть Кришну в каждой ситуации. But if we don't have any difficulties, we just have a comfortable life, then it's very hard to think of Krishna. Но если у нас нет никаких трудностей и наша жизнь очень комфортна, тогда в этом случае очень сложно думать о Кришне. Okay. Any other question? Yes. There is next question from chat. Hare Krishna, Guru Maharaj. У меня такой вопрос. Вы сказали, что стадия неофита не должна быть долго. А что значит недолго? Если сознание неофита не меняется достаточно долго, значит ли это, что он не достигнет сознания преданного второго уровня, или это означает, что он не способен стать преданным совсем, то есть он не склонен получить вкус преданного служения? Hare Krishna Guru Maharaj, you said that the stage of the neophyte stage should not be very long. What do you mean when you said not very long? If the neophyte's consciousness doesn't change for a long time, does it mean that this person will not reach the second level of devotional consciousness, or does it mean that he's not able to become a devotee at all? That is, he's not inclined to get a taste of the devotional service. Well, we have to look at the individual and see how much he is there applying themselves to the spiritual process. Но все это индивидуально, и мы должны смотреть на человека и видеть, насколько он сам себя вовлекает в духовный процесс. What we were describing was a devotee who has no faith and no knowledge of the Shastra, that they can become, they can increase their faith and they can increase the knowledge of the Shastra. И то, что мы описывали, мы говорили о преданном, у которого абсолютно нет веры и никаких знаний Шастр, но он может увеличить, усилить, вырастить свою веру и увеличить знания Шастр. One's faith can greatly increase if one has good association. Вера человека может очень сильно вырасти, если у него есть хорошее общение. So it's very important to find out that
nice association with someone who is very convinced and very has very strong faith in Krishna consciousness. Поэтому очень важно найти общение с тем, кто очень убежден, имеет сильную веру в сознание Кришны. And then hearing the philosophy, by hearing regularly, one can cultivate more knowledge of the scriptures. И регулярно слушая философию священных писаний, человек может развить себе знания шастр. You go and visit the temple regularly and hear the classes. Hear, listen carefully and understand the knowledge. Регулярно он может регулярно посещать храм и внимательно слушать лекции, и таким образом это позволит ему понимать знания. One should want to take part in discussions of the philosophy. Человек должен принимать участие в обсуждении философии. By putting questions and hearing that how one replies to these questions, how arguments can be defeated, the atheistic arguments and the materialistic arguments can all be defeated by Krishna conscious philosophy. И он должен делать это, задавая вопросы и слушая внимательно, как другие отвечают, и как материалистичные аргументы разбиваются о философию сознания Кришны. So one will naturally increase their knowledge if they're taking part in these activities, if they have good association and they hear regularly the philosophy. И таким образом человек очень сильно может увеличить свои знания, имея должное регулярно, имея должное общение и регулярно слушая философию. Not that one has to remain without faith and without knowledge. One should not remain ignorant and faithless. И человек не должен оставаться в незнании и невежестве. Somebody is a devotee, they're coming regularly and attending the program and chanting also, they should be developing their faith. И, допустим, если преданный регулярно посещает программы, то он должен развить веру. Of course, we know there are sometimes people who come to our temples who don't have faith, who are very critical. Конечно, мы знаем, что иногда в наши храмы приходят люди, у которых нет веры и которые очень критично ко всему относятся. There are people, some people who are not good association, and they don't help us develop Krishna consciousness. Есть люди, которые не дают хорошего общения и не помогают нам развивать сознание Кришны. They simply try to find people with weak faith, and they will discourage them from progressing in Krishna consciousness. Они просто находят людей со слабой верой и таким образом разочаровывают их в сознании Кришны. They will say, oh, just come and eat prasadam here. Don't take the process too seriously. Don't become too serious. Они могут сказать, просто пойди и прими прасад здесь. Не принимай этот процесс близко к сердцу. Слишком серьезно. They will say, oh, don't give any money, don't help this place. They don't give them any money. Just come and eat. Они могут сказать, не давай этим людям много денег, там, не вкладывай в это место, просто приходи да ешь тут. Don't do any service. Just come and enjoy the facility. Не занимайся тут никаким служением, просто приходи и наслаждайся всем происходящим. So these kind of people, they don't have any faith, that they're not good association, you want to avoid them. И такого рода люди, они
является не очень хорошим вариантом для общения, вы должны избегать их. У них нет веры. They don't do any service, and they don't want other people to do service. Они не занимаются никаким служением, и они не хотят, чтобы служением занимались другие. So you have to be careful who you associate, who you hear from. И таким образом вы должны очень внимательно относиться к тому, с кем вы общаетесь и от кого вы слушаете. But if you get the right association, and you get the right opportunities to hear good classes, good philosophy, then you can progress. Но если у вас появляется возможность хорошего общения, если у вас появляется возможность слушать хорошие лекции, тогда вы сможете совершить прогресс. It's not that we have to remain always on the lowest level. Это не значит, что мы всегда должны оставаться на самом нижнем уровне. Mm-hmm. Okay. Is there any other question? Есть ли еще вопросы? Хари Кришна. Да, да, Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня такой вопрос, как противоречие такое, что вроде бы как, когда возникают сомнения, это признак разума, но с другой стороны, Кришна, по-моему, в Бхагавад-гите говорит, что те, кто сомневается, они никогда ко мне не придут. Вот я хотела это противоречие прояснить. Может, Махарадж, пожалуйста, помочь в этом? Спасибо. There is Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I have just this question. They say that doubts is that doubt shows our intelligence, but at the same time, Krishna in Bhagavad Gita in Bhagavad Gita said that one who have doubts, he will never come to me. Where is the truth? How to understand to these points? All right, so. We have to understand, we have some doubt about something, we have to meet that doubt, we have to work, we have to find out what is the solution, what's the cause of this doubt, and we have to overcome and remove that doubt. That's the point. We shouldn't accept everything blindly. Смысл в том, что если у нас появляются какие-то сомнения, то мы должны разыскать причину этих сомнений, мы должны найти решение проблемы, мы не должны следовать чему-то слепо. Just like we may doubt the Krishna conscious process, we may feel, oh, is this really a genuine process, or is this just some other cult which is just going to cheat people and take advantage of them and control their minds? We may have some doubts about Krishna consciousness. У нас могут быть какие-то сомнения в отношении сознания Кришны. Возможно, мы можем подумать, что кто-то обманывает нас и так далее. So we come and find out. We have to investigate. And we have to, you know, deal with these different doubts and overcome them. И мы должны исследовать, мы должны разобраться в сути этого сомнения. Мы должны решить его. But if we simply say, oh no, I don't think Krishna consciousness can work, and then we don't look and we don't investigate, we don't check it out, then that's not good. Но если мы думаем, что это просто что-то очень нехорошее, сознание Кришны, и мы не пытаемся разобраться в этих сомнениях, то это путь не таков. We may wonder, is it really possible people's lives can improve, people can change their life just by becoming a devotee of Krishna? Is it really possible? We may doubt it, so come and find out.
И мы можем сомневаться, например, в том, что правда ли, что люди, которые становятся преданными, полностью меняют свои жизни и становятся счастливыми. Мы можем сомневаться в этом, но мы можем прийти и проверить, так ли это на самом деле. You come and look and meet different devotees and we see how their life has changed and how their life was before becoming a devotee and how their life is now that they're devotees. И мы можем прийти и посмотреть, как посмотреть на преданных, посмотреть, какова была их жизнь до того, как они стали преданными, и посмотреть на то, как они живут, будучи преданными. So then the doubt can be removed. И таким образом сомнение может быть устранено. So that's all right to be doubtful in the beginning. We should be, you know, we said we don't want to accept everything blindly. That without investigating, without properly understanding, we accept everything. No, we have to investigate and see for ourselves. Таким образом, смысл в том, чтобы не принимать все слепо. Мы должны исследовать этот вопрос, мы должны разбираться для самих себя, понимать смысл. But if we just simply, I have doubts. No, I don't think so. And we don't investigate, then that's no good. That's hopeless. Then they'll never be happy. Но если у нас есть сомнения, мы не собираемся в них как-то вникать и разбираться в них, то именно это не очень хорошо. Это не сделает нас счастливыми. Right. So it's not wrong to doubt, but it's wrong if we don't investigate and try to understand and overcome the doubt and remove the doubt. И нет ничего неправильного в том, чтобы иметь сомнения, но неправильно то, что если мы, имея сомнения, не пытаемся в них разобраться. So that's the point Krishna is saying, for the doubting soul there's happiness neither in this world nor in the next. Would you repeat once again, please? For a doubting soul, for one who doubts, you won't be happy in this life or in the next life. Сомневающаяся душа не может быть счастлива ни в этом, ни в этой жизни, ни в следующей. And he never investigates. He never checks out. He never looks into anything to find out. He never tries to overcome the doubt. И такой человек никогда не ищет решения, никогда не пытается разобраться в своих сомнениях, чтобы найти причину. No, just doubts everything. And he never finds anything, never understands the truth, never investigates. И таким образом он всегда все отрицает. Нет, я имею, у меня есть сомнения, я с этим не согласен, с этим не согласен. Таким образом, он никогда не доберется до истины. But you have some doubts, so inquire, investigate, and find out is your doubt justified or not. И если у вас есть какие-то сомнения, то исследуйте этот вопрос, пытайтесь в нем разобраться. Пытайтесь в нем разобраться. So doubts can be removed. И таким образом сомнения могут быть устранены. We don't mind people being doubtful, but come and discuss, and we'll explain to you. We'll help you overcome these doubts. И мы не говорим о том, что люди все время должны сомневаться, мы этому не способствуем. Наоборот, мы говорим: приходите, задавайте свои вопросы, и мы решим все ваши сомнения. But if you have doubts and you don't discuss it, you don't reveal it, just no, I doubt it, and but you don't hear from anybody, you're not willing to discuss anything, you just keep your doubts, and then that's hopeless. Но если вы постоянно находитесь в сомнениях, но при этом не задаете никаких вопросов, не обсуждаете то, что вас, то, в чем вы сомневаетесь с другими людьми, тогда все это бесполезно, это безнадежно. Is it clear? Это понятно? Yes, thank you very much.
Any other question? Есть ли еще вопрос? Хари Кришна, слышно ли меня? А то у меня связи. Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. У меня вот такой вопрос. Я живу в Китае, остров Хайнань, город Санья. У нас нет храма. Я слушаю лекции онлайн 3,5 года. Есть катха онлайн с преданными. Также есть общение с группой преданных на протяжении всех этих лет дистанционно. Я искала здесь китайских преданных, но не нашла. Подскажите, как мне тут можно развиваться? Можно ли с вами связаться через письмо и более подробно все объяснить? Спасибо. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I live in China, Hainan, in Sanya, and there is no temple here. Yeah, I've been listening to online lectures for 3.5 years, and I have online katha with devotees now, and I've been communicating with a group of devotees for all these years, just in a distance, and I was looking for Chinese devotees here, but I couldn't find them. Please tell me how I can develop here, develop my Krishna consciousness here, and can I write you a letter and explain everything more detail? Thank you. Yeah, well, we do have devotees in Haikou. You're in Hainan Island. Sanya is in Hainan. So on Hainan, there's Haikou. And in Haikou City, there are a group of devotees there. На Хайнане, в Хайкоу, есть группа преданных. I think I met you there in Haikou before. Didn't I meet you there one time? Я, кажется, встречала вас однажды в Хайкоу. Разве нет? Хари Кришна, нет. No. Нет. No? I met one Russian lady there. She was having a yoga studio there in Sanya. А я встречала там одну русскую матриджу, у нее была в Санья йога-студия. It's not you? Это не вы? Не я была, Хари Кришна. Не я? Матриджа, плохо слышно. Матриджи? Кришна, нет, это была не я, не знаю даже. No. Как вы матриджи? No. Okay, so then you write to me. Тогда вы можете мне написать. But the devotees in Haikou, you know, they're all Chinese. Мои поклоны. Но в Хайкоу все преданные, они все китайцы. Sometimes we have a few old ladies, a few old Chinese ladies, they go to retire down there in Sanya and spend the winter there. Иногда у нас, иногда наши преданные и какие-то женщины уже матриджа возрасте, они ездят в Санья. So you please write to me, I'll be happy to hear from you. Пожалуйста, напишите мне, я буду очень рад этому. We'll try to help you. Попытаюсь вам помочь. Спасибо большое, обязательно напишу. Hare Krishna, thank you very much. I'll write you. Thank you. Okay. Any other question there? Есть ли еще вопросы? Ну так не очень хорошо. Сейчас? Сейчас гораздо лучше. Ага. Сейчас я зачитаю вопрос. Прежде преданные жили в храме, у них был очень высокий отдачи уровень служения Шриле Прабхупаде. Там на все 100% отдавались преданные. У нас другая жизнь, мы не на 100% отдаемся, предаемся. Можем быть в иллюзии, что я предаюсь.
Как отследить свою преданность, чистоту предания? Спасибо. Hare Krishna, please accept my humble business. Yes, all glories to Srila Prabhupada. When Srila Prabhupada was here, everyone, all devotees lived in the temple, and they sold to Srila Prabhupada and Krishna on a high level. Those devotees were fully surrounded on 100%, and we have a different life. We don't surround on 100%. We can't be in the illusion that I'm surrendering. How to understand the level of my devotion, the purity of devotion? Mm-hmm. Well, how much we're pure in our devotional service will be seen by how much we follow the rules and regulations. И чистоту нашего преданного служения мы можем отследить, насколько мы следуем правилам предписания. Just like there's four basic rules and the regulation 16 rounds, but then there's a lot of other smaller rules. Есть четыре регулирующих принципа, 16 кругов, но также есть и много других более мелких правил. Smaller rules means things like waking up earlier in the morning. We should be awake for the, you know, Brahma Muhurta, which is 1.5 hours before the sunrise. И одно из таких небольших правил — это ранний подъем за 1.5 часа до подъема на солнце в Брахма Мухурту. So, and then taking bath regularly, particularly after passing stool. After, then you know, you want to take a bath. И регулярное принятие омовения, особенно после того, как вы сходили в туалет. Then you want to only eat prasadam, food offered to Krishna. Когда вы предлагаете прасад, пищу Кришне. We don't spend much time watching television, or reading newspapers, or mundane literature. И мы не проводим слишком много времени за телевизором, чтением газет или какой-то повседневной такой обыденной литературы. So these kind of things, when you can understand how much, what is your level of advancement. И по такого рода вещам можете понять ваш уровень прогресса. In Bhagavad Gita, Lord Krishna lists, I think, 26 items, and Prabhupada writes there that one can understand one's spiritual advancement by how much one has acquired these qualities. И в Бхагавад-гите Господь Кришна описывает 26 качеств, и Шрила Прабхупада говорит, что преданный может, человек может понять свою преданность по этим качествам. So living away from the temple, outside of the temple, Prabhupada said he also didn't live in the temple. But he had the same program as the devotees in the temple, that he was every day chanting his rounds, and he was also studying scriptures. И Шрила Прабхупада тоже жил вне храма, но он говорил, что у него дома была та же самая программа, что и преданных в храме. Он каждый день читал 16 кругов и изучал священные писания. So it's not that you have to live in the temple to make advancement. You may live outside the temple and be more advanced than people who live in the temple. Это не значит, что вы должны жить в храме, чтобы быть продвинутым в сознании Кришны. Вы можете жить дома и быть более продвинутым, чем те преданные, которые живут в храме. Everything depends on consciousness. What is your consciousness? Are you conscious? Are you a conscious servant of Krishna, or are you a reluctant servant of Krishna?
И все зависит от сознания. Являетесь ли вы осознанным слугой Кришны, or there was no sound. Conscious servant of Krishna or a reluctant servant of Krishna. Reluctant. Reluctant means you don't really want to serve Krishna, but you don't have any choice. И либо осознанным слугой Кришны, либо тем, кто не хочет служить Кришне. So somebody may be staying in the temple, they don't like to get up for Mangal Arati, then you know, they're not really very enthusiastic in devotional service, although they're staying in the temple. И кто-то может жить в храме, но, допустим, не хочет вставать на Мангал Арати и не испытывает большого энтузиазма в преданном служении. But someone else is staying at home. And they're very enthusiastic, and they're very devoted, and every day very regulated, wake up early and take bath and put tilak on all the body and chant the holy name, worship Krishna. Но кто-то, живя дома, может быть очень сосредоточенным, он каждый день очень регулярным в своем служении. Он каждый день рано встает утром, принимает омовение, наносит тилаку, поклоняется Кришне. They may be in white cloth, they may be just wearing ordinary white cloth, may not appear to be very advanced externally, they may not appear, but internally they're very surrendered to Krishna. И внешне он может носить белую одежду, выглядеть как не очень продвинутый человек, но внутри он очень предан Кришне. So I gave the example about Bhaktivinoda Thakur, that he had a big family, I think 11 children, but you know, his home was like the spiritual world. Я приводил пример Бхактивинода Такура, у него было 11 детей, но его дом был подобен духовному миру. And he was such an advanced devotee, and at the same time he was training his children also to become devotees. И он был очень великим преданным, и он учил своих детей так, чтобы они стали преданными тоже. So you can be very advanced at home. You have to look and see how much you're really surrendering and how much you're really faithful to the orders of Krishna and Guru. И вы можете быть очень продвинутым, даже находясь дома, и вы можете сесть и посмотреть, насколько вы действительно предаетесь Кришне и насколько вы точно исполняете приказы Гуру, наставления Гуру. And just like this lady was just saying, she's staying there in China, in South China, and she's associating on the internet and listening to lectures and like that. So she's keeping her Krishna consciousness. Подобно тому, как вот Матаджи сейчас рассказывала о том, что она живет на юге Китая и поддерживает общение с преданными через интернет и слушает лекции онлайн. То есть она пытается поддерживать свое сознание Кришны. So, you analyze your life, look at your schedule and see how nice you are Krishna conscious and see how you can improve. И поэтому вы должны проанализировать свою жизнь, сесть и посмотреть свое расписание, сколько времени вы посвящаете сознанию Кришне. Are you a householder or are you a single woman? Вы домохозяйка или вы одинокая женщина? Матаджи? Кришна Гуру Махарадж, ты в Раджарани Девидаси из Владивостока. Я замужем. В Раджарани. Все нормально, да? Конечно. В Раджарани. Раджарани. Okay. Yeah, she's married. Yeah, all right. She's got two children. Yeah. Yeah. Okay. So, you know, your children are growing up.
They're not children forever. They grow up. Your children are already teenagers. И дети никогда не будут, всегда не будут рядом с вами. Уже у вас уже подростки, дети. So gradually you become more free of these commitments. И таким образом постепенно вы станете свободны от всех этих, станете постепенно более свободны. Makes it easier for you to practice Krishna consciousness. И для вас будет легче практиковать сознание Кришны. And if your children also have an interest in Krishna consciousness, then that's very good. И если ваши дети также обретут интерес в сознании Кришны, это будет очень хорошо. Okay. Hare Krishna. Any other questions? Yeah, there is a question from chat. Hare Krishna, ваше святейшество, святейшество, что конкретно делать, чтобы ваши слова выполнить? Что вначале нужно предаться, построить отношения с Прабхупадой? Hare Krishna, your holiness, what exactly should I do to fulfill your instructions about that we should, in the beginning, we should surrender and build relationship with Srila Prabhupada. Well, how do we relate to Srila Prabhupada? One way in which we relate to Srila Prabhupada is when we recite Srila Prabhupada's pranam mantra. When you go to the temple, when you do kirtan, even before, in the beginning of kirtan, we often sing Prabhupada's pranam mantra. And when we go to temple, we offer obeisances by reciting Prabhupada's pranam mantra. И то, как мы поддерживаем связь со Шрилой Прабхупадой, мы повторяем его пранаму мантру. Например, когда мы заходим в храм или перед тем, как начать киртан, мы предлагаем свои поклоны Шриле Прабхупаде, произнося его пранаму мантру. Take part in Prabhupada's Guru Puja, offer a flower to Prabhupada. Также мы принимаем участие в Guru Puja Шрилы Прабхупаде, предлагаем ему цветы. Listen to Srila Prabhupada's lectures and listen to Srila Prabhupada's kirtans. Слушаем лекции киртана Шрилы Прабхупады. Disciples of Prabhupada, what they've written about Prabhupada. Я читаю книги, которые написали о Прабхупаде и другие его ученики. There are many ways to develop our Prabhupada consciousness. Not difficult. If you want to be Prabhupada conscious, very not difficult at all, very easy. Если вы хотите быть знающим Шрилу Прабхупаду, то это совсем не сложно. Это легко. Very important for everyone, especially new devotees and even old devotees. We all need to increase our Prabhupada consciousness. И очень важно для особенно новых преданных, но также и для тех, кто находится в сознании Кришны давно, развивает наше сознание Шрилы Прабхупады. On Prabhupada's Vyasa Puja, everyone should write an offering to Prabhupada. На Vyasa Puja Шрилы Прабхупады каждый должен писать подношение Шриле Прабхупаде. And then in Kartik month, we had Prabhupada's disappearance. That time also you can make an offering to Prabhupada. И во время Картики, наступает день ухода Шрилы Прабхупады, и мы также можем писать подношение. Everyone, we want everyone to understand they can have a personal relationship with Prabhupada. И мы бы хотели, чтобы каждый понял, что у него есть личные взаимоотношения со Шрилой Прабхупадой. And the purpose of initiation in Krishna consciousness is to help devotees to feel connected to Prabhupada. И цель инициации в сознании, в движении сознания Кришны — это то, чтобы человек смог почувствовать свою связь со Шрилой Прабхупадой. So, this is a very important point to be connected to Prabhupada. И таким образом это очень важно быть связанным со Шрилой Прабхупадой.
We see also, in, like in Vladivostok, they have a Prabhupada deity there. You can also get some service for the deity. Maybe they'll allow you to take up some service, to dress Prabhupada, to bathe Prabhupada in the morning, and to change Prabhupada's cloth. That's also very nice. Например, как в храме во Владивостоке есть Мурти Шрила Прабхупада, и было бы очень здорово быть вовлеченным в служение, например, одевать Шрилу Прабхупаду или омывать его, либо переодевать его. Это тоже было бы очень здорово. Okay. Is there any other point? Yes, there is one question. Okay. Матиджи, вопрос ваш, пожалуйста. Гуру Махарадж, в лекции вы сказали, большая преданность – признак вора. Можете пояснить, что это значит, пожалуйста? Спасибо. Today you said that big devotion is the sign of the thief. What does it mean? It means somebody is a new devotee. In the beginning, they come, they're very new, and they show great devotion. So in India, at least, they have the experience like that, that somebody in the beginning, they come and they show great devotion and they're very enthusiastic to do something. Then we're very doubtful. Oh, why is it they're so... You know, they're so enthusiastic. Maybe they have some other purpose. Maybe they're thinking to steal something. И я говорила о том, что в самом начале человек является неофитом. И, допустим, в Индии у них это очень, очень развито, когда приходит очень новый человек, совсем новый, и он проявляет большой энтузиазм в служении, то у них появляется сомнение. У них есть такой опыт, да, у них появляются сомнения, а может быть у этого человека совсем другие цели, может быть он пришел в храм украсть что-то. In India, you know, sometimes a person may come from the village, from the countryside, and they come to the temple, and then they want to stay in the temple, and then they stay in the temple, and they're very eager, very enthusiastic in the beginning, but then they steal something and go away, you never see them again. Например, в Индии бывает так, что в храмы приезжают какие-нибудь люди из деревень, и они остаются жить в храме и проявляют очень большой энтузиазм в служении, вот, но потом они что-нибудь крадут и исчезают, и больше никто не увидит. So we encourage people, come slowly, come gradually, and understand everything, get rid of the doubts, and, you know, gradually surrender. И поэтому мы воодушевляем людей идти медленно и постепенно, разбираясь во всем и понимая все, постепенно избавляясь от сомнений. You know, when you go too fast, you go. Sometimes you go too fast. You go so fast. You go so fast. You turn over. И иногда вы можете двигаться настолько быстро, что можете просто перевернуться. If you're driving a car and the car is going so fast, faster, then all of a sudden the car flies up in the air and turns over. Например, когда вы подумаете подобно тому, когда вы едете на машине и все быстрее, быстрее, быстрее разгоняетесь, и в какой-то момент машина взлетает в воздух и переворачивается. So sometimes we see people devotional service, they're doing so much and they're doing more, and then they stop eating and they're very renounced, and then next minute they've gone, they're not there. И мы видим очень много людей, когда, которые делают много в сознании Кришны, и делают больше, больше, больше. В какой-то момент они перестают есть и становятся очень-очень отреченными, а потом раз, и все, и никто их больше не видит. So,
be careful. Don't try to go too fast. Take it gradually, step by step. Поэтому будьте очень осторожны, не едьте слишком быстро, идите постепенно, шаг за шагом. Understand everything carefully. Понимая все очень и разбираясь во всем очень внимательно. Okay. Hare Krishna. Any other questions there? А есть ли еще вопросы? Простите, пожалуйста, можно уточнить? Вот, а если двигаться слишком медленно, то можно опоздать, там, не знаю, умереть или еще что-то. Ну, то есть это страх, знаете, что ты чего-то не успеешь, или что вот, ну, понятен же процесс, вот нужно то делать, и поскорее уже, ну, как это... Поскорее стать сознающим Кришну, а так можно растянуть... И так и не понять Кришну до конца жизни. And question that, and if we move too slowly, for example, we have in that case we have a fear that that something will not be in time, that something can happen or we can die, for example, or something else, and until the end of life you still don't understand the Krishna if you move too slowly. Yeah. So you have to be guided by a spiritual teacher. Именно поэтому вас должен вести духовный учитель. He will tell you what is good for you. И он скажет вам, что для вас хорошо. Don't go too slow, don't go too fast. Find the right speed. Не идите слишком быстро и не идите слишком медленно, найдите нужную скорость, оптимальную. But we have a saying in English, I don't know if you have it in Russian, but we say slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. There's a story about the hare and the turtle. So the hare was going very fast, you know, very fast, but then he decided to take a rest and he went to sleep. And the snail was coming very slowly, very slowly, but the snail kept going. The snail moves very slowly, but it kept going, and it got there before the hare. The hare was going so fast, they were having a race. And the snail took rest, but the snail kept coming, gradually, didn't stop. So he got there before the hare. Understand? Что-то вроде того, тише едешь, дальше будешь, да, тут подсказывает Матери Кристина. То есть в Англии есть такая поговорка, когда смысл в том, что улитка и кто еще? Матери Кристина. Улитка и заяц двигались к цели, и так как заяц бежал очень быстро, он решил передохнуть и остановился. А улитка все продолжала ползти, и в итоге она приползла к цели быстрее, то есть первой. Таким образом, да, тише едешь, дальше будешь. So the point is, you have to be moving, you have to go, we don't want you to stop. If you stop, that's no good. You have to be going forward, you have to be, but don't go too fast, don't accelerate too much. То есть нужно просто продолжать двигаться и не останавливаться, но не двигайтесь слишком быстро. You know, somebody may think, oh, this family life is too much, I'm going to give up my family, everything, I'm going to renounce everything, I'm going to go and live in Vrindavan. That's not required. И, допустим, кто-то может подумать, о, это вся семейная жизнь, я лучше отрекусь и поеду жить во Вриндаван, но это не то, что необходимо, это не то, что требуется. Sometimes you get some man come, you know, he said, oh, I'm going to
I'm going to move my family. We're all going to go to Vrindavan, and I'll send my wife first and the children, let them go there first. I'll just stay here and finish off everything. Или бывают такие случаи, но мы решили переехать во Вриндаван. Я сначала отправлю туда свою жену и своих детей, я сам останусь здесь и завершу все свои дела. So the wife goes off to Vrindavan with the children, and then the man is there alone, and he's there alone for a short time. Then after some time, you see the man has got a new woman. И женщина с детьми отправляется в Вриндаван и живут там, а мужчина остается завершать свои дела на том же самом месте. Через очень короткое время рядом с ним оказывается новая женщина. So we don't want these kind of things to happen. We want people to be steady and be at the same time progress in Krishna consciousness. И мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Мы хотим, чтобы люди были более уверены, более спокойны, стабильны, и тогда они будут прогрессировать в сознании Кришны. So if one is regularly hearing and chanting, associating with devotees, they will be progressing. И тот, кто постоянно слушает и воспевает и постоянно общается с преданными, то он будет прогрессировать. So we just had a 1 week there. They have a program which is called the Holy Name Week, and Lokanath Swami is in charge of this, and they encourage devotees all around the world to increase their hearing and chanting. И недавно была неделя святого имени, и Локанатха Свами все это организовывал. И это была неделя повторения святых имен. Every year it begins on September 17th, because it was on September 17th when Srila Prabhupada arrived in America. Это мероприятие берет начало 17 сентября, поскольку именно в эту дату Шрила Прабхупада прибыл в Америку. So they chose that beginning on September 17th every year for 1 week, they will have a special they will have programs all over the world to emphasize the importance of chanting the holy name and engaging in devotional service. You mean Lokanath Swami or what? All over the world, all devotees. И таким образом по всему миру преданные разносят славу святого имени, воодушевляя других воспевать святые имена. Lokanath Swami is the minister for the, he oversees the affairs, but everything goes on independently of him. И Локанатх Свами — это министр, который занимается всеми этими вещами, но все происходит независимо от него. So they organize big Harinams, and they have special festivals and non-stop kirtans. Он организует большие харинамы, какие-то особые празднества, non-stop kirtany. And even though the COVID is very big, and there's a lot of disease in India, still they managed to make many programs using the internet and doing everything online. И так как COVID затянулся, то здесь в Индии очень много больных, тех, кто страдает, и поэтому они проводят эти программы онлайн. So I hope also in Russia everything is also going on nicely, even though you may have the disease there, that you can also take advantage to hear and chant and associate with devotees. Но я думаю, что в России все происходит самым лучшим образом, и несмотря на то, что есть такая ситуация с болезнями, то вы можете продолжать,
можете продолжать воспевать и слушать, и общаться. Mm-hmm. Брать от этого, извлекать из этого положения выгоду. Okay, so no more questions, right? Больше нет вопросов, да? No more questions. Okay, so we'll stop here. Thank you very much, Tatiana. Сегодня мы здесь остановимся. Всем большое спасибо. Thank all the devotees for participating. Спасибо что всем за участие. I hope you have a nice Ekadasi tomorrow. Я надеюсь, что у вас завтра будут... Завтра вы замечательным образом проведете Экадаши. And finish off... Remember, this is still Purushottam month. It's not a good month for material activities. It's a very good month for spiritual activities. И также напоминаю вам, что сейчас идет месяц Пурушоттама, который совсем вовсе не хорош для каких-то материальных материальной деятельности, но очень хорош для деятельности духовной. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Go back to Vrindavan. Jai. And Mataji is asking for instructions for how to what to do in this month, Purushottam month. Just do more hearing and chanting. И Матаджи спрашивает о наставлениях, что делать в месяц Пурушоттам, и Махарадж говорит, просто больше слушайте и воспевайте. Вы, Матаджи, имеете в виду наставление в Экадаши? And she's asking for instructions for tomorrow Экадаши. Экадаши. Again, chant 25 rounds on Экадаши. Читайте 25 кругов на Экадаши. Don't eat any grains or beans. Не ешьте зернобобовое. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Srila Prabhupada ki jai.